Ярослав Гашек говорил, хороший юрист может так подать факты, что вы реально поверите, что человек укусил собаку, а не собака человека. Сегодня представители этой профессии отмечают профессиональный праздник. Адвокат, прокурор, нотариус, юрист-консульт, трудовой или налоговый инспектор. Названий специальностей много, суть одна – это юристы. И хотя сейчас молодым людям советуют идти учиться на инженеров, хороший специалист по законодательству без работы сидеть не будет. Профессия юриста – чрезвычайно ответственное дело. Люди вашей профессии отвечают за претворение в жизнь идей справедливости и принципов законности. Отрадно, дорогие коллеги, что представители высшего руководства страны – это дипломированные юристы. В современной России День юриста отмечают с 2008 года. 3 декабря – дата не случайная. В этот день, еще в 1864 году, в России была принята серия судебных актов и других законодательных актов, которые стали основой судебной реформы. Сегодня юристы получали награды, слушали напутствия и пожелания. Прежде всего, справедливости. Но пока общество далеко от идеала, всегда будут пострадавшие от беззакония и произвола. А значит, и те, кто встанет на его защиту.